Более 330 квартир выдадут медикам в нашей области. В регионе реализуется программа по привлечению молодых специалистов. Уже этим летом планируют заселить 86-квартирный дом в Темиртау. Какие еще преобразования ждут региональную медицину, расскажет Антон Александров. В различных регионах нашей области требуются реаниматологи, акушер-гинекологи и педиатры. Привлекать молодых специалистов в отрасль чиновники решили предоставлением жилья. Для этого даже разработали специальную региональную программу. Так, в 2021-2022 годах запланировано подготовить 334 квартиры для медиков. В Темиртау, к примеру, кадровый дефицит в специалистах планируют полностью ликвидировать уже в июле. Там готовят к заселению 86-квартирный жилой дом. Такая же работа проводится не только в Темиртау, а также проводилась работа ранее и в районных наших, это Каракалинск, Бухаржав, Тагайский район. На следующий год запланировано проведение капитального ремонта и обустройство служебного жилья в городе Караганда. Привлечение специалистов и укрепление материально-технической базы медучреждений – одно из основных направлений деятельности сегодня. В этом году будет отремонтировано здание перинатального центра. В рамках развития здравоохранения в Жасказганском регионе произведут передислокацию родильного дома в типовое для медучреждения здание. Мы будем строить новый операционно-реанимационный блок онкологического диспансера. Также на территории мы строим помещение для организации так называемой лучевой диагностики, это позиционный эмиссионный томограф и компьютерная томография ПЭТ-КТ. Также у нас будет установлен новый линейный ускоритель для лечения лучевой терапии онкобольных. То есть в этом направлении также по городу Жасказган у нас запланировано открытие онкологического отделения в условиях многопрофильной больницы. Зачастую летальные исходы COVID-19 провоцируют у людей, имеющих сопутствующие заболевания. К тому же постковидная реабилитация также требует внимания медиков. Уже сейчас чиновники от медицины говорят об увеличении потребностей в паллиативной помощи и социальных услугах. Антон Александров, Рустам Бараев, Николай Шевелев, 5 канал.